Здравствуйте! В этом видео я покажу, как я сделал этот стержень для шомпола под такой цанговый патрон для станка МН-80. Этот цанговый патрон предназначен для таких цанг. Как я сделал этот цанговый патрон, показано в моем прошлом видео. Адрес есть в описании. Сейчас я покажу, как я изготавливаю стержень шомпола. В качестве заготовки беру трубку с внутренним диаметром 13 мм и наружным диаметром 16 мм. Почему я делаю стержень из трубки, а не из сплошного прутка? Я хочу, чтобы в цанге можно было закреплять детали не только короткие, но и длинные, проходящие сквозь шпиндель. На обоих концах трубки нарежу резьбу М16х1. Один конец будет вворачиваться в цанговый патрон, который я делаю, а на другой конец будет накручиваться, наворачиваться эта гайка, с помощью которой цанговый патрон через этот стержень будет втягиваться и удерживаться в шпинделе. Наружный диаметр проточил. Начинаю нарезать резьбу. Это твердая смазка. Проверяю резьбу на свинчивание с помощью этой гайки. Все, резьба готова. Теперь надо нарезать резьбу на другом конце этой трубки. Наружный диаметр проточил. Начинаю нарезать резьбу М16х1. Свиным салом смазываю. Проверяю этой вот гайкой. Все, наворачивается. Резьба готова.
Стержень готов. Резьбы на обоих концах нарезаны.